Добрий вечір. Ефір телеканалу «Миколаїв» продовжує програма «Чим живе область». Так сталося, що це вже третій ефір з волонтерами. І я із задоволенням хочу представити моїх сьогоднішніх гостей. Це Лариса Снігур, член Ради волонтерів при облдержадміністрації. Екатерина Богданова – волонтер, яка займається дитячими будинками. І Ольга Доценко – волонтер фонду «Крила Фенікса». Доброго вечора, ми раді вітати вас у нашій студії. Добрий вечір. Ну, перше запитання в мене таке. Кожна з вас, за певних причин, стала займатися волонтерством. Я розумію, що сьогодні такий час, що ваша робота необхідна вкрай. Але чому ви на свої плечі, жіночі, тендітні, поклали такий тягар у виді волонтерства? Ну, Лариса, мабуть, з вас почнемо. Ну, так вийшло. Спочатку був кримський воєнний, який вийшли. Просто я поїхала. Як дочь воєнних знаю, що таке переселення з однієї точки в іншу, я поїхала допомагати. Мене підтримав муж, ми поїхали до воєнним, які вивели з Більбека, потім допомогли саакським воєнним, потім... Ну, оказывали некоторую поддержку. И потом была акция у нас на Пасху, когда мы развозили Пасхи по всем подразделениям, которые вышли. И уже такой, наверное, решающий шаг, когда попросили помочь с концертом 51-й бригаде, которая была выведена у нас после Волновахи на Широкий Лан. С помощью студентов пединститута мы за полтора суток организовали концерт и поддержали ребят там. Вот это было... Такой, наверное, решающий момент, после чего началось такое же активное сотрудничество с военными и осознание того, что ты в этой теме и ты уже становиться не можешь. Катерина, ну, ваша тема немного там чуть-чуть из другой степи, да, вы не занимаетесь военными, вы занимаетесь детьми. Да. В общем-то, со всеми этими событиями, которые сегодня происходят в Украине, может быть, я не права, да, но мы немного, наверное, забыли о малышах, которые, в общем-то, тоже им надо и внимание, и помощь. Почему вы стали волонтером? Как давно вы этим занимаетесь? Ну, я сравнительно недавно этим занимаюсь. Вообще, я давно хотела в этом направлении работать. У меня, ну, по воле богов, наверное, пока своих детей нет. Я очень люблю детей, и у меня всегда были мысли помогать детским домам, помогать деткам, которые остались без внимания родителей. И я, к счастью, выросла в полноценной семье. У меня прекрасный папа, мама, братья. Ну, мне доводилось общаться с детьми, у которых либо один из родителей остался, либо вообще сироты. Я знаю, что это проблематично в жизни им устроиться, и мне всегда хотелось помочь. Особенно вот детям-сиротам. У нас же детские дома не только специализированы, только вот, вот которые вот остались дети, с либо опекуны, либо вот их бросили. И у нас много разных специализированных заведений, там, допустим, детки больные есть, и неспособность родителей воспитывать их в домашних условиях, им нужны, как вот детям ДЦП, с диагнозом ДЦП, либо аутизмом, им нужны специализированные условия, арт-терапии, помощь психологов, то есть это такое специфическое направление, и мне показалось, что я в моей жизни должна что-то сделать полезное, помимо того, что как бы удовлетворять свои потребности, так скажем, эгоистичные, что все для себя заниматься. Там, любимым делом я занимаюсь, ну вот решила так, решила детям помогать. Ольга, ваша специализация – это тоже военные, но вы в целом семьями занимаетесь. Вот, может быть, вы немного поразмышляете, что, в принципе, сегодня заставляет людей настолько отдаваться вот этому делу, волонтерству. В общем-то, это достаточно сложно, и в эмоциональном плане тоже очень сложно. И когда люди попали в беду, они как-то, я не знаю, наверное, отгораживаются от всех. Как у вас получается достучаться к ним? Тяжело, конечно, очень тяжело, потому что люди пережили очень большой стресс. У людей, что у взрослых, что у детей, это было очень неожиданно и большой, я же говорю еще раз, нервный и моральный, и даже материальный, в большой степени материальный стресс. Стараемся стучаться, стучимся и стараемся
как-то находим общий язык, конечно, с людьми, но тяжеловато немножечко. Но люди идут на контакт. Они сначала просто, когда попадают, во-первых, попали в другой город, в другую обстановку. Тем более, что люди привыкли всегда сами за себя отвечать. Военные, они есть военные. Они, у них устав, у них жизнь вся военная, они знают, как жить, и они сами за себя отвечают. А тут они, получается, приехали, и все заново, все новое, обстановка неизвестная, как что здесь. Какое к ним отношение будет. И, конечно, людям тяжело, но тает, растаивает чуть-чуть у них. Сердца чуть-чуть, немножечко души отходят. Ну уже, собственно, да, времени уже сколько прошло, когда они сюда приехали? Уже больше года. Уже больше года? Нет, не больше. Больше, чем полгода. Полгода, прошу прощения. Больше, чем полугода, ну уже... Потихоньку осваивается, уже контакт, уже теплее становится, то чуть-чуть теплее. Вот у меня такой вопрос, как, интересно, ваши семьи относятся к тому, что вы выбрали для себя вот такой путь? Ну, я не знаю, ну, кто-то, может, покрутит у виска, скажет, тут людям делать нечего, да, занимались бы своей работой. А кто-то впрягается в эту же телегу и везет вместе с вами. Как вот в вашей семье? У меня все просто. Я в данный период сама себе принадлежу. Родители, моя семья, вот родители, близкие, они у меня живут в Москве. Они вообще не понимают, почему я здесь, на Украине, что я здесь делаю. Как бы я сама из Крыма, из Керчи. А родители довольно давно приехали в Москве, в Подмосковье. Там и старшие братья все там живут. Младший брат у меня тоже на телевидении работает в Останкино. И они не понимают. Предлагали мне любые ковришки, лишь бы я отсюда уехала. Ну, там средства массовой информации. Это совершенно другой разговор, не касающийся темы. Он делает свои вещи, не понимает. То, что я занимаюсь детьми, я об этом, я честно скажу, у меня доверительные, хорошие, я люблю своих родителей, но я не говорю вообще, чем я здесь занимаюсь. Они далеко, я живу своей жизнью, я им говорю, что я буду здесь жить, я люблю эту страну, люблю эту землю, которая меня поила, кормила, учила, давала профессию. Мне эта страна ничего плохого не сделала. И я хочу быть благодарной этому краю. Я люблю эту землю. Поэтому, по большому счету, как будут относиться мои коллеги, мои родственники на то, что я делаю, я не считаю, что это сильно важный вопрос, и я буду прислушиваться к их мнению. Я считаю, что я делаю правильно. Тем более вопрос... Дети — это наше будущее. Как мы будем о них заботиться? Так, собственно, нам потом в старости существовать в той стране, которую мы выращиваем, поднимаем. А, к сожалению, большое количество детей и в Николаевской области по статистике позапрошлого года лидирующие позиции занимает в Украине по количеству, по статистике брошенных детей и сирот, к сожалению. Потом... А почему так? Я не знаю, почему. Вы задумались? Я думаю, что мы же отличаемся от Западной Украины. Вот юго-восток и восток, это понятно. Там да, более религиозные там, люди. Там, другие, как-то, там да, ценности сохранены, родовые ценности. Там к семье по-другому относятся. Там чтят своих родителей, своих стариков. А здесь как бы... Ну, скажем так, географически, исторически так сложилось, что юг и восток Украины заселяли, это же степь была, вот, и чтобы поднимать сюда, тут нет таких вот сказать, что вот мой род вот здесь вот жил, вот я знаю свое древо, вот там вот поколение цать назад. У нас же так редко здесь вообще кого-то встретишь, поэтому здесь намешано всего, и традиций как таковых нет. Плюс социальное, то, что в социуме творится в современном мире, ни для кого не секрет, что духовность и мораль отходят на задний план. Очень много, к сожалению, очень много случаев заболеваний алкоголизмом, наркомании, ВИЧ-инфицированные, ранние браки. Проблем много, почему дети остаются одни. И, ну, все знают о них, все. Просто не все понимают масштаб этой трагедии, сколько на самом деле этих детей, которых
которые требуют-то по большому счету, как вот наши дети в семьях, те же самые у них запросы. Все то же им в жизни надо, что и обыкновенным детям, которые растут в счастливых семьях. Единственное, что дефицит внимания. Это я считаю, и я вижу, что это одна из больших основных проблем у этих детей. Внимание, тепло, ну да, они растут в коллективе, и они растут в коллективе, и они менее социализированные, они выходят в эту жизнь. Ну, да, к сожалению, скорее всего, есть какое-то клеймо, потому что стоит оно внутреннее, духовное, у них душевное, что они дети-сироты, что они воспитывают. Вообще детский дом — это же своеобразная такая система, скажем так. У них же своя организация внутри там есть, и они между собой общаются, у них там своя... Иерархия. Так, иерархия своя, естественно, своя. Это если у нас иерархия семейная выстраивается, там матриархат, патриархат, в зависимости, как родители выстраивают, мы, они являются для нас авторитетом, мы их слушаем, они нас учат, мы где-то согласны, где-то не согласны, но тем не менее... А там, там учителя, воспитатели, педагоги, и не все являются авторитетами для некоторых, и очень сложные характеры, и дети, которые не все сразу были переданы детскому дому, некоторые прошли очень тяжелые испытания на свои небольшие годы и уже с психикой, там, то есть наложен был отпечаток на психику, они по-другому воспринимают этот мир. Ну вот как человек причастный, да, сегодня много говорят, в принципе сегодня, да, несколько поутихло это, в силу определенных обстоятельств, да. Но тем не менее, много говорят о том, что нужно сейчас делать, прикладывать максимум усилий для того, чтобы ребенок оставался в своей родной семье. Для этого, ну, как я понимаю, да, должны объединить свои усилия масса служб психологических и власти, все-все-все, и в том числе, я думаю, волонтеры, которые, наверное, каким-то образом должны отслеживать эти семьи, может, как-то контактировать, ну, с ними, деле, уговаривать, в конце концов. Ну, этим занимаются социальные службы. Для этого специально обученные люди. Я вам не скажу, насколько эффективно, ну, занимаются. Ну, да, это такой вопрос. Это такой вопрос сложный, потому что, знаете, вот я смотрю, как деток... На самом деле это довольно обывательское мнение, и очень многие сгущают краски над тем, в каких условиях живут эти дети. Я вам скажу, условия... Ой, я прошу прощения, мы только что, когда разговаривали с вами, были иллюстрации из Степовского интернета. Да. Я так понимаю, вот, там дети я туда, с ограниченными... Я, да, там, физическими способностями, и они врожденные дефекты, у них это церебральный там, паралич. Я была там, я видела там, по-моему, как я вам скажу, что там... Я туда ехала с большим... я думала, что я приеду, я буду рыдать неделю, потому что, во-первых, сироты, во-вторых, детки больные. Это всегда так тяжело. Это же очень тяжелая атмосфера там, конечно. Нет... Я была поражена. Я приехала туда, во-первых, там все руководители, которые там, вот директор, сейчас поменялся молодой директор, потому что по состоянию здоровья предыдущий ушел. Они настолько с любовью это все делают, организовывают я их быт. Я тяжело, вот мне чувствую... как стороннему человеку, мне тяжело находиться в этом. Я, может быть, некий стыд, что ли, испытываю. Мне неловко перед этим, меня стыдно перед этими детьми, что вот я такая, а они вот... Я вам скажу, что между ними и мной не было большой разницы буквально через 10 минут. Это был утренник, привезли им подарки, поздравили, какие их нужды были, такие необходимые, как бы, заказы их исполнили, они все довольны были. Настолько их там любят, и настолько воспитатели, педагоги, реабилитологи у них там работают, настолько... их оберегают и окутывают той любовью, которую они могут им дать, свою. Они себя совершенно не щадят. И это так чувствуется, и дети не... их не жалко. Вот 5 минут сначала такой какой-то конфуз такой, да, вот не знаешь, как себя вести, потому что он говорить-то толком не может. Он на чувствах, на каких-то инстинктах, вот ребенок этот сидит в коляске, но он все понимает, смотришь на него глазами, и он доверчивый, он хочет общения. Вот все говорят, там запросы но разные. Они вот ласковые, да, эти они... дети? Это очень чувствуется, как к ним относятся. У них есть свои любимые воспитатели, они их, даже если они не могут говорить совсем, вот есть совсем сложные, которые детки лежачие, есть которые, ну там градация идет большая, есть детки, которые понимают и говорят, и ходят, ну разные степени, проблемы разные. Ну, видно, как к ним там относятся. И они тоже сами любовь отдают. Это так чувствуется. И они сразу ломают эти преграды. Они не чувствуют себя больными людьми, потому что к ним так относятся, как к нормальным. Они считают себя нормальными. Они считают... То есть мы можем сказать, что да, система советского образования, она в некоторой степени, ну, вот, по крайней мере, в этом интернате, да, ее уже нет.
когда все такая вот уравниловка, сейчас индивидуальный подход. Да, индивидуальный подход. Они очень большие молодцы. Они общаются с другими детскими специализированными детскими домами по всей Украине. Они между собой вот директора, они делятся опытом, они там какие-то площадки им строят, какие-то реабилитационные эти все сухие бассейны. Конечно, на это надо деньги, и деньги государство практически не спонсирует, не закладываются бюджетом на все это. Это вот люди, которые помогают, которые хотят помочь. Там же много деток, которые с родителями, просто они не могут их дома справляться с ними. Им нужны психологи, специальные условия. Там, допустим, они не могут контактировать нормально с детьми, здоровыми детьми. У них обостряется агрессия с годами. Ну, это своя специфика этих детей. Но, тем не менее, они все добродушные, они вот так смотрели, и когда я спросила, что вам больше всего вот так, вот что больше всего вам надо, говорит, приезжайте, даже без подарков. Вот просто они общение. Так рады, говорят, даже конфетки не надо привозить. Вот просто приедьте, пообщайтесь. Просто вот будет у вас свободная минутка, где-то денежка на бензин, сможете приехать на полчасика. Говорит, вы себе представить не можете, насколько для них это счастье. Говорит, если человека нормального закрыть в четырех стенах, сколько он выдержит, чтобы не поехать там куда-то. Да. А это, говорит, дети, они ограничены физически, они не могут сами передвигаться, многие из них. И вот они постоянно находятся в закрытом, замкнутом помещении. И когда кто-то к ним приходит извне, это какая-то информация все равно несется, какая-то новая энергетика, движение. Они очень счастливы этому. Поэтому они просят, если есть желание, возможность, не надо нам деньги, там где-то найдем что-то, мы все подлатаем, сможем. Приезжайте, просто хотя бы общайтесь. Мы так с вами одеяло. Да, у нас есть еще гости. Лариса, ну, вы как человек, мы чуть-чуть поговорили, да, о власти, о роли власти в каких-то там государственных структур, воспитания детей. Но в вашей работе сотрудничество с властью тоже, в общем-то, наверное, достаточно важно. Почему возникла необходимость создавать вот этот совет волонтеров при облгосадминистрации? Собственно, каковы функции этого совета и кто есть членом его? За эти месяцы работы мы поняли, что есть проблемы, которые волонтеры могут решать. Но эти проблемы, они находятся в поле власти. И, безусловно, волонтерское движение не должно замещать власть существующую. Власть должна работать. Поэтому вот возникла идея сотрудничества. Безусловно... Кто к кому первый пришел? Волонтеры власти или власть к вам? К нам обратилась с предложением власть. Это началось в Киеве, когда на общеукраинском уровне был создан совет волонтеров. Но мне кажется, здесь просто обоюдное такое сотрудничество. Если смотреть глубже, да, здесь обоюдное сотрудничество. Было за эти месяцы абсолютно понятно, что волонтеры делают огромную работу, что это не просто группа людей, которые вдруг почему-то решила это делать, а завтра бросит. Да? Это группа фанатиков, как мы себя называем. И мы не собираемся останавливаться, мы научились уже что-то делать, и нужно сотрудничать. Да? У нас получается вот это, власть может делать это, и для решения тех задач, а задача у нас это одна, чтобы ребята вернулись здоровые, чтобы они социализировались потом в обществе, мы должны сотрудничать, и мы должны вместе решать эти задачи. Вот и возникла необходимость объединения. Был создан Совет волонтеров всеукраинский, и потом в областях начали создаваться советы волонтеров при обладминистрациях. Я не скажу, что они сразу же начали создаваться во всех областях. Да? Это постепенно шла работа. Где-то советы созданы, где-то они создаются. На примере нашей области я скажу, что вошли в совет волонтеров крупные волонтерские группы. Это проект «Народные крылья Феникса». Мы были представлены по направлениям, которыми занимались. Это лечение, которое представляю я, это работа с семьями, да, социальные аспекты, это громадская организация «Уберег», жены военнослужащих и матери военнослужащих. И это проект «Народные», который занимается непосредственно снабжением армии, обеспечением ремонтной техники. То есть на данный момент это вот три такие большие направления, которые в данных условиях актуальны.
Ну, я так понимаю, в свое время, да, когда все это начиналось, вы же работали все, наверное, как-то по отдельности. Вы потом уже начали знакомиться, как-то находить общие связи, находить общий язык. Но... А вот когда создавался вот этот совет волонтеров, все ли согласны, все ли волонтеры в Николаеве согласны с необходимостью его создания? Или той формой работы? Идея сотрудничества с властью, да, она... При том отношении, да, в нашей стране к власти, людей к власти, в силу тех событий, которые произошли в нашей стране за последний год, да, безусловно, это вызывает настороженность, это вызывает критику тех, кто решил попробовать сотрудничать с властью. Ну, я готова к тому, что мою деятельность будут рассматривать под микроскопом. Вот, мое сотрудничество с властью. Хочу сказать, что вот по лечению я встречалась с представителями областного департамента охраны здоровья. У нас были вопросы, которые нужно было обсудить. Некоторые вопросы лежали в правовом поле, и мы пытаемся совместно найти способы их решения. Они заинтересованы, они идут на контакт. Все пункты, которые мы обсуждали, они не остались без ответа. По тем вопросам, по социальным вопросам, так как у меня все-таки лечение, но оно непосредственно связано еще и с социальным аспектом, так как ребята, которые находятся в госпитале, да, мы знакомимся еще и с семьями. И здесь уже не только реабилитация самого бойца происходит, но и реабилитация, наверное, семьи. Реабилитация детей, которые, то есть это такой, мы входим в более широкий такой спектр деятельности, поэтому с девочками, которые занимаются социальным аспектом, мы тесно сотрудничаем. Вот. И тоже администрация поддержала, были проекты, ну, один из последних были мы обратились в обладминистрацию за помощью, чтобы были предоставлены елки на Новый год. Да, и вот всем ребятам нам помогли, мы завезли елки к Новому году. Не только наша 79-я бригада, а морпехи, Бельбек, Сакские, то есть Нацгвардия. Мы занимаемся всеми. Мы собрали списки, и всем участникам АТО были завезены елки. Вот. Я думаю, что на примере даже этой акции, я не буду говорить, там готовятся подарки там, к детям, к Святому Николаю, мы делали к Новому году, много различных программ, которые требуют участия власти, помощи власти. И власть идет на сотрудничество. Также... То есть от власти нужны какие-то принципиальные решения, или это финансовая помощь, или вот финансы вы сами каким-то образом собираете? В чем, собственно, заключается вот... участие? В моем направлении финансовый вопрос мы закрываем самостоятельно. У нас есть проект «Народное ликование», где собираются дети, куда можно пожертвовать деньги, и они потом идут на покупку необходимого лекарства, которого у нас в силу, скажем так, цены, да, в силу определенных обстоятельств, оно не представлено в лечебных учреждениях. Вот. А администрация помогает в решении административных каких-то вопросов, потому что наши бойцы, они и те проблемы, которые решаются в госпитале, они подчиняются Министерству обороны. А некоторые вопросы мы не можем там решить. Так как госпиталь у нас не окружного значения, то и, соответственно, обеспечение его... Вы уже такие тонкости знаете, о которых, в принципе, рядовой николаевец даже подумать. Скажем так, да, вот проще говоря, обследовать бойца полностью мы средствами госпиталя, да, той базы, которая в госпитале, мы не можем. Подключаются ли другие больницы? Да, опять же, благодаря областному управлению охраны здоровья достигнуты договоренности, поликлиники, больницы принимают на обследование, на бесплатное обследование ребят. Они обследуются без очереди, специалисты выезжают к нам в госпиталь, делают не только не проводят консультирование, но и проводятся операции. Поэтому...
Медицинские центры, они сотрудничают с нами. Ребята проходят реабилитацию в водолечебнице, в физдиспансере. То есть это те организации, те медучреждения, которые подчиняются областному управлению охраны здоровья. И если бы администрация не шла на сотрудничество, то мы бы не достигли вот этих вот положительных договоренностей в этом аспекте, а это очень важно. То есть когда боец может на месте пройти реабилитацию, ему не нужно никуда выезжать. Он находится в семье, где он ощущает поддержку людей, которые любят его, и в то же время психологическую, да, реабилитация проходит. Он может пройти психологическую реабилитацию у психологов, которые у нас работают, и физическую реабилитацию. Процесс выздоровления протекает гораздо быстрее. Вот вы говорили о том, вы сказали о том, что психолог работает. Насколько я понимаю, военный психолог, который может работать с людьми, которые прошли вот горнило войны, mm-hmm. и обычный психолог, это разные психологи. Mm-hmm. Есть ли в Николаеве, может быть, даже среди волонтеров люди, которые могут профессионально этим заниматься, у которых исключен, там, ну, может, не исключен, но снижены риски эмоционального выгорания? И насколько действенна вот эта психологическая помощь сегодня для ребят? Потому что мой хороший знакомый, в общем-то, даже не один, да, они были на Востоке, и я как бы вижу по реакции человека, что поменялся взгляд другой, мышление другое, абсолютно все, поведение, все другое, все меняется. Насколько хватает ли профессионально подготовленных людей для того, чтобы работать с военными? Знаете, я вот начну с первого пункта. Вы сказали «военные психологи». А вот мое сотрудничество с военными началось с того, что военные психологи попросили концерт. Вот они теми средствами, которые у них были в наличии у военных психологов, они не справлялись тем, ну, не справлялись так, как они хотели. Да? Мы понимаем, что они справлялись, и они могли провести долгую реабилитацию, но эффект должен был быстрый. И вот они вышли на меня каким-то, не знаю, невероятным способом и попросили концерт за полтора суток. Мы сделали этот концерт, и они увидели то, что они хотели увидеть. Поэтому вот здесь очень важно желание. Безусловно, у нас команда психологов, это не были люди, военные психологи, но у них было огромное желание помочь ребятам. И вот за, не знаю, наверное, 5 месяцев мы работаем с июня, девочки провели огромную работу не только с бойцами, но и внутреннюю такую работу. Это огромное количество семинаров, огромное количество практических занятий, которые они посетили для того, чтобы научиться чему-то, чтобы помогать бойцам. Постоянно. Вы видите результаты? Конечно. Конечно, я вижу. Знаете, самым важным для меня является, я думаю, для психологов тоже, что бойцы теперь идут сами. Они звонят, они знают, к кому обращаться, и они приходят и просят о помощи. Это очень важно, потому что когда мы начинали работать, вот, то они считали, что психолог нужен кому-то, но не ему. Ответ был: «Я не дурачок». Ну да, да, общество, да. Вот отношение общества к работе психолога. Сейчас они понимают, что это нужно. Они понимают, что работа психолога заключается не только в том, что он приходит ложиться на кушетку, как мы это видим в фильмах, его начинают задавать множество вопросов, что реабилитация проходит через рисунки, через арт-терапию, через склеивание коробочек, да, то, чем мы занимались, через дыхание. Девочки очень много выезжали в части, они выезжали на полигон, они сделали несколько версий памятки бойцов. Ребята уходили в АТО уже с этими памятками. Там целый список рекомендаций, как вести себя в той или иной стрессовой ситуации. Да, там практические рекомендации. И они звонили оттуда и говорили о том, что это помогает, это работает. Поэтому работа, она видна. И вот установление такого контакта, когда боец готов, и он понимает, что это ему нужно, это самое важное. Ольга, поговорим теперь с вами. Крылья Феникса тоже состоят в совете волонтеров, да? Ну, у вас вот совсем узкая специализация, это военные из Бельбека. Вот интересно, ну, как вы с ними начали общаться?
ну, в общих чертах вы так сказали, да, что, в общем-то, достаточно тяжело на контакт шли. Какова ситуация сегодня? Каковы потребности у людей сегодня? И как, в принципе, люди воспринимают то, как Николаев их встретил? Как я начала с ними общаться? Чисто случайно увидела в интернете, в Фейсбуке, что они, оказывается, брошены. Все. Они сюда приехали, их поселили, рассказали о них, и все, и больше ничего. И потом я увидела, что они нуждаются в том-то, в том-то, в том-то. И мы поехали. Первый раз я встретилась с Ларисой Мамчу. Она нас подвела к девочке. Я с мужем. Муж очень поддерживает нашу... Ну, мы вместе. Мы вместе. Я без него практически не передвигаюсь, потому что он, ну, помогает. Очень. Не помогает, а мы вместе, будем так говорить. Вот. И когда мы к ним приехали, вот, когда начали спрашивать, что вам нужно, нам то-то, то-то, конечно, очень стеснительные. Не стеснительные, я же говорю, что вот они привыкли сами. И для них это, что вот о них кто-то еще заботится, ну, даже не могу вот высказать это словами. Для них вот главное было общение. Вот, то же самое. Спрашивают, что вам для нужно. Для них тоже стрессовая ситуация. Да, что так же бросить, все, да, бросить, налаженный быт, условия, да, хорошие, приехать, да, вообще, да, никуда и, да, ни с чем. Я же говорю, они приехали, многие сюда приехали вообще без ничего. Потому что или то, что они привезли с собой в машинах, вот что они успели. Что можно было взять. Да, туда взять. А то, что, вот как они мне, ребята, рассказывали, многие машины, даже грузовые, даже то, что они вещи могли еще в грузовые там перевезти, они не пришли сюда. Отлично. Они просто не пришли. Вот. И когда вот у них начинаешь, когда начала с ними общаться, начала разговаривать, конечно, они очень осторожны. Во-первых, Николаев для них был это... Тоже боялись, что здесь непонятно. Да, да, они очень тоже были насторожены. И когда вот мы уже более начали общаться, более близко, они поняли, что мы не враги. И что не только я, еще другие люди начали к ним приезжать, тоже помогать. Потому что, когда я узнала, что, в чем они нуждаются, сразу же достаешь записную книжку свою и начинаешь обзванивать всех, даже с которыми ты лет 20 уже не общался, будем так говорить. Все ли поддерживали вас? Или некоторые говорили, да иди ты со своими проблемами? Некоторые говорили, нам есть кому помогать и кому отдать. Очень многие поддержали. Очень многие. А для вас это стало неожиданностью? Или вы все-таки ожидали от своих знакомых вот такой поддержки? Неожиданность. Что, да. В принципе, для многих из нас, да, вот эта вся ситуация, что украинцы настолько смогли объединиться, да, для многих из нас неожиданностью стало. Да. Это было приятное неожиданностью. Я согласна. И вот когда у них спрашиваешь, ребята все время говорят, общение, вы к нам приезжайте. Нам общение нужно, потому что, ну, они в своем закрытом городке, они между собой только. И вот вообще, они хотят общаться. Вот просто даже в другой раз, вот набираешь трубку и говоришь, давай о чем-то там начинаешь, проблемы какие-то свои, что вам нужно. И разговор переходит так часа на два по телефону просто о детях. О погоде, да, ну, о ситуации, конечно, в Николаеве, в стране и все остальное. Но я вам хочу сказать, что ребята, они до такой степени сейчас благодарны Николаеву. Они, во-первых, не думали, что такое. Вот народ у нас такой в Николаеве. Добрый, отзывчивый, очень отзывчивый. Они боялись Николаева. Не думали, что у нас так здесь будет. Что у меня друзья, ну, назовем их тем словом, да, они беженцы из Донецкой области, приехали сюда в начале лета, и тоже они сюда ехали в полной уверенности, что город абсолютно не проукраински настроен. Когда они увидели эту массу флажков, ленточек, они даже говорят, Маша, ну давай снимать все это, давай выкладывать там в Одноклассниках, пусть те видят, что здесь совершенно не то, о чем говорят вот нам там.
И вот, собственно, да, та же ситуация и с ребятами из Крыма. Да. Они не ожидали, да? Они ожидали, не ожидали. Они, ну, я же говорю, что они сейчас очень благодарны, все время говорят «Николаев, Николаев, Николаев». И даже они говорят, что им не хочется отсюда уезжать, если их куда-то в другое место будет. Они говорят, мы уже так здесь привыкли. Во-первых, мы поняли, что здесь действительно народ добрый, хороший, отзывчивый народ. Они говорят, нам бы очень не хотелось отсюда, если бы их переводили в другое место. Вот, вот это вот у меня вот оберег такой вот. Это вот у нас мальчик делает в Севастополе. Севастополь. Севастополя, да. Молодец какой. Владик. Вот я да. 28-ю передавала. Вот он. И это он у меня так, а он каждому мешочек, да. пакетик с надписью, с пожеланиями. Ну, вот, сейчас, насколько я понимаю, будет уже несколько наладился, все-таки уже полгода прошло. Но, тем не менее, наверняка потребности какие-то остались. Я думаю, что каждая из вас может сказать о том, что сегодня необходимо. У нас не очень много времени осталось до конца эфира, поэтому не так, чтобы развернуто, но расскажите о потребностях, которые сегодня, в чем нуждаются люди, вот все ваши подопечные. У меня вот. Дети во всем нуждаются, что обыкновенные дети. И, может быть, такой вопрос, как вас найти Мой плане... телефон контактный... Может быть, где-то в соцсетях да, с вами. В Фейсбуке. Да, вы ведете всем деятельность в Фейсбуке. Да. ВКонтакте есть, в Фейсбуке есть, как бы в сетях. Я хочу телевидение подарить. Вот такой вот вынтов. Это Бельбекхар. Бригада тактичной авиации. Спасибо. Вот. Так что, если есть желающие помочь детям, помощь разносторонняя. К сожалению, государство не финансирует практически бытовую химию. Это все помощь. То есть там детки, которые махонькие, особенно вот тот же степовое специализированные заведения, им постоянно требуются это памперсы, постельное, белье. Ну все с едой более или менее как бы есть. Ну, запросы, опять же, разные, потому что детские дома, которые в Николаеве находятся, к ним проще доступ, о них все знают, и там люди больше сюда привозят, в эти детские дома, они, конечно, больше. Если приезжаешь куда-то по области, где-то отдален, там, Брыски, там совершенно другие у них запросы, поменьше. Но вы так стараетесь что... охватить. Да, я, к сожалению, сейчас всех не охватывала, это так, близлежащие детские дома Николаевской области, но я очень многих детей знаю, потому что по роду деятельности общалась с детьми, как бы знаю их так. В летнем лагере мы с ними встречаемся, в Орлятка, в Рыбаковке. Много проблем, конечно, много. Кто Ольга, ну, точно так же в Фейсбуке найти вас можно, и, в принципе, если кто-то хочет оказать какую-либо помощь, что сегодня, только очень коротко, что сегодня ребятам необходимо? Или как-то вот так вот уже более-менее... Памперсы. Мы рожаем. Деточки у нас прибавляются. У нас очень много детей. Ну, и финансово, конечно, я знаю, что... Лариса. То, что может. У нас есть проект «Народное ликование». Можно поддержать, перечислить средства, самые различные, кто сколько может. Эти средства идут на покупку необходимого лекарства бойцам, которые возвращаются из зоны АТО, для проведения более качественного лечения. Зачастую ребята приходят с серьезными травмами, и ну, государство у нас не обеспечивает... понимаете, оно обеспечивает в полном объеме, но в объеме финансирования, скажем так. Лекарства есть, но нам бы хотелось, конечно же, лучшего эффекта, правильно? Мы хотим видеть наших ребят здоровыми, поэтому мы по возможности покупаем лекарства ну, лучше, да, там, и, соответственно, цена его выше, да, и лечение, да, оно протекает быстрее, и реабилитация, поэтому все это упирается в финансы. Я думаю, что я хотела бы пару слов сказать, что есть люди в обществе, несомненно, они будут встречаться, потому что не раз там сталкивались с государственной системой и, скажем, надувательством. Что касается этих волонтерских проектов, здесь все отдается детям, военнослужащим, да. их семьям. Это все прозрачно. Это вопрос доверия.
это вопрос доверия, потому что люди говорят, мы не будем деньги перечислять непонятно куда. Вон уже на 5, по 5 гривен на горячие перечисляли, и где эти деньги? Ну, проект народный, там же прозрачно, там все на сайте, можно выйти и посмотреть. Все можно посмотреть, да, это все проверяется, если есть какие-то вопросы о недоверии, если вот эта преграда стоит. Ой, что-то такая цікава розмова, але, на жаль, наш час вже вичерпано. Проходьте ще. Як ви говорили перед початком ефіру, да, всі мої питання, я жодного не використала. Тож ми можемо зустрічатися ще, розмовляти, розвивати цю тему. Я дякую за те, що знайшли час. Дякую вам за вашу діяльність. На все вам добре, нехай щастить. Дякую вам. Вам також. Спасибо. Дякую.